Хемашах, а убежище Искандера надежное? Не могу сказать, не знаю. Матушка на этот раз очень осторожна. Она все тщательно скрывает, даже от меня. Хотя я совершенно уверена, что брату ничего не грозит. Она крайне предусмотрительна. Конечно, все эти дела Шейхзаде я должен был взять на себя, но София Султан не доверяет мне. И не без оснований, к сожалению. Ну, после того, что она пережила, ей трудно. Вот я же, дорогой, поверила тебе, и она поверит. Дай срок, ты заслужишь это. Потерпи немножко. Эй, стойте! Что вы делаете? Что это значит? У нас приказ Кёсэм Султан Бюльбюляга. Какой? Раздать все это людям. А вдруг у нас запасы кончатся? Что мы будем делать? Решим это, когда они кончатся. И решать нечего. Начнем есть друг друга. Вы слышали, что я вам сказал? Госпожа, в глухом закоулке тело Аббаса Аги сегодня нашли. Может быть, это Кёсэм Султан? Если она заставила его рассказать о Шахзаде и Искендере, то все, нам точно конец. Не надо паниковать, Бельбель. Аббас не знал, где находится мой сын. Ему нечего было сказать. Если это сделала Кёсэм, она напрасно заморала свою душу убийством этого толстяка. Мир его праху. Аминь. Бельбюляга. Поздравляю, Сулейман Ага. На должности хранителя гарема ты заслужил большое доверие повелителя. Амир эфенди, это он меня туда поставил. Прекрасно. София Султан приказала: делай, что хочешь, но ты должен с султаном уйти в поход. Задание очень важное. У него не должно возникнуть подозрений. Твоя задача — устроить там восстание. Да такое, чтобы султан Осман домой не вернулся. Понятно, Бельбюляга. Передайте Софии Султан, я ее не подведу. Иншаллах.